было лицо африканского половину арабу. Живет в последние 50 лет в Великобритании, там пишет, преподает в УЗИ, при этом я британский честно, при этом я как-то сомневаюсь, что даже при всей своей борьбе с колониализмом он называет английский шекспировский язык какими-либо мерзкими словами, как, например, Казан Хусейнов, высший что ли экономики профессор делал, но главное. Говорим об этом, вот у нас на линии Екатерина Писарева, литературный критик, шеф-редактор клуба «Литрес». Екатерина, здравствуйте. Ну, вот советское время у нас часто гуляет, но все-таки тогда переводческая школа была очень сильная, и на наш книжный рынок попадали именно сливки западных литератур, да и не только западных, никогда там называли. Это глубине было чем-то новым, да. А вот сейчас, почему так получилось, что у нас две такие глубины, где этого утра Санкурна не особо знают. Все-таки некоторые рекомендации. Да, вот, а у нас вот осталось минута буквально, посоветуйте,
крови, конечно, дай бог на чистоком и за даром временным, кого еще можно считать в России 26. Да, просто, просто давайте слушать еще.
выключил что-то там. Знак 90, это 110. Колейность, чувствуется колейность, это... Это очень плохо.
Финал чемпионата России прошел 18-19 сентября в Асбесте, Свердловской области. Трасса была не из легких, так что ждем от вас на вам яркие подробности и, конечно, рассказов о планах на будущее. 8.30, как обычно, на пятнице у нас радиомост стоит объяснить. Пока обсудим проявки мозга. Братский Гопальцев, не всегда серьезно, что у меня сейчас работает. Как это мы будем делать? Это фигура, еще пока вы не снял школу, вызывали
процесс передачи здания от органного зала к Русской Православной Церкви, говорилось о том, что там рядом появится памятник Петру Симоне. И, собственно говоря, даже есть некий такой памятник, который стоит, если я не ошибаюсь, еще не смогу, в стенах здания. Что, какова его судьба? Я понимаю, но критика,
подготовительной экспозиции, южноуральских агропроизводителей на острове Золотая Пустынь и получение поддержки обрядчиков в решении проблем дефицита зерна. Еще одной темой стала социальная газификация региона, подключить к газу около 70 тысяч домохозяйств. Общественники Катафугановска заявили, что засняли машину спикера и собрания депутатов Александра Васильева в Сергиевском государственном заказнике. Въезд на эту территорию на транспорте запрещен. В Министерстве экологии Челябинской области рассказали, что изучают ситуацию. Установлено, что будут нарушены режимы субарахана в честь разведения костров и нахождения там автомобиля. Сотрудники ведомства устанавливают собственникам. Только чемпионат по боксу среди женщин в Челябинске по всей дни полуфинального будет бесплатным, но по QR-кодам. Соревнуется пройдет с 24 ноября по 3 декабря в каждом состоянии. В случае старой дистанции посетить спортивные события смогут пройти 1800 человек на каждый чемпионат. Отличок на чемпионате я не нужно вам представить 21 спортсменка. Жители Челябинска находят на боксу быстрее, чем прошел час россиян, потому что разница требуется 4 месяца 26 дней и это на 2 месяца меньше среднего значения по России. Быстрее всего добиться результатов в поиске работы удается жителям Челябинской области 2 месяца 15 дней. Выросло почти на 15%.
Количество молодых клиентов банка в августе текущего года составило более 2 600 000 человек, тогда как год назад их было на 300 тысяч меньше. Однако итоговая вовлеченность таких заемщиков все еще невелика. Только четверть граждан до 25 лет участвуют в розничном кредитовании, против 40% от общего количества жителей России всех возрастов. Такие данные разместило Национальное бюро кредитных историй. Возросший интерес молодых заемщиков кредитов связан скорее всего с желанием получить образование, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Листик» и партнеры Дмитрий Лукьянов. Конечно, что это проводили, и конечно же, это проводили всего.
Сообщества, если ты не будешь услуги на
Я в комиссии использую все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Об этом заявил в четверг в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, комментируя решение Конституционного суда Польши, объявившего новую конституцию страны приоритетными в отношении к нормам ЕС. Хакеры, взломавшие систему компании SolarWinds, получили сведения об американских санкциях против России, а также информацию американской контрразведки против Москвы. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на источник. Один из источников сказал, что получение хакерами сведений о касающихся России проверках, которые проводили контрразведывательные службы, было самой тяжелой из потерь американцев. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США публиковало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за кибератакой на клиента фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds вероятно стоит Россия. Напоминает 90. Теперь они эксперты Microsoft связали с Россией 58% кибератак в мире, или интерфакс ссылаясь на заявление ПЭС. Подсчеты проводились на основе собственных данных Microsoft на кибератак. Что надо будет
четче выражать свою мысль, поскольку именно четкую выраженную мысль извратить довольно трудно, даже при большом желании. В случае с тем же опроспотребным взором предъявить имеет, что приписанное ему на основе на установление запретить все массовые мероприятия произошло столь широко, прежде всего потому, что это будет ему подобно. Подобные запреты уже широко шагают по стране, где их будут реальные власти. Они же вводят QR-коды и обязательную вакцинацию на фоне заявления федеральных чиновников о том, что никакой обязательной вакцинации в этом может и что в общем национальном локдауне к лишнему идет и он не готовится. Наш же обыватель часто воспринимает заявление чиновников в сущности донатов. Если они говорят, что чего-то не будет и к этому никто не готовится, то это означает, что именно того, что отрицается, и можно ожидать уже в самое ближайшее время. Политика того же Роспотребнадзора на всем протяжении пандемии не сказать, чтобы отличалась неумолимой последовательностью, не говоря уже о такой неразумности некоторых запретов и их предписаний. Отчасти такие метания объясняются тем, что мы столкнулись с доселе неверным зародком. Отчасти же причинами сугубо политическими, например, нежеланием федеральных чиновников ассоциироваться ни с принудительной вакцинацией, ни с введением QR-кодов для посещения публичных мест. Последнее летом некоторые связывались с нежеланием раздражать глубинную группу людскими руками. Впрочем, и сегодня федералы по-прежнему дистанцируются от непопулярных антиковидных решений, делегируя их на региональные уровни. Точно определить ущерб индустрии развлечений именно от анонимистских публикаций в прессе, отделив их от общей воды антиковидных увеличений по регионам, анализируя, что не будет трудно. Ранее организаторы массовых мероприятий, оценивая свои потери в виде упущенной выгоды из-за карантинных ограничений, за первую полгода 25-30 миллиардов рублей. Вместо обычных 40-50 тысяч состоялись от силы 2000 таких концертов и мероприятий. Оборот индустрии рухнул на 85-90% по сравнению с 2019 годом. Одним из многих представителей протеста называли в том числе Роспотребнадзор, жалуясь на давление с его стороны и излишне предъявили его части ограничений. Теперь сделали попытку найти нового крайнего, хотя по идее сумма относительно скромная на фоне общих потерь 100 миллионов рублей можно разделить между многими участниками процесса. Тут и СМИ, которые безответственно борются за сенсации, вот и чиновники, которые не могут сформулировать ряд свои мысли, а главное последовательных политиков в борьбе с пандемией. Тут и антиваксеры, из-за которых в стране низкий коллективный иммунитет и новый подъем заболеваемости. Ну и наконец тут и китайская народная республика, которая вовремя не смогла закрыть распространение заразы за великой китайской стеной, из-за чего мы до сих пор не можем свободно пить и веселиться в машине только. Это был комментарий к Юрию. Лично применение американского вакцина Moderna. Да, легкий случай миокардита, то есть воспаление сердечной мышцы молодым шведом, а это мужчина в возрасте до 30 лет будут прилагать другие препараты. Это вакцина, как бы несовершеннолетним, вне зависимости от пола, что это было для исполнения избыточной осторожности. Все с нужной вакцинацией и миокардитом прослеживается особенно четко при вакцинации препаратом Spikevax компании Moderna, в особенности после второй дозы. Такое заявление обнаружил на этой неделе Минздрав Швеции. Национальный институт здравоохранения Финляндии приводит результаты исследования, проведенного 119 ученым. Применение вакцины Moderna несколько повышает риск воспаления сердечной мышцы у мальчиков и молодых мужчин. С миокардитом, вероятнее всего связанной с вакцинацией, привел столкнуться американскому подростку по имени Нуа Хайес. Он и его мать Таня рассказали о произошедшем каналу WBS. Смерть полного хорошего, 16-летнего. Он один из первых 16-летних, кто сделал себе клинику. Первый прошло хорошо, и даже побочек просто вернулся к обычной жизни. А вот после второго его начал тошнить. Он хотел вставать с дивана и не решил пойти к врачу. Хотя у меня тоже было что-то подобное после моей прививки. Когда мы пошли к врачу, я чувствовал себя отлично, ничего не болело. Результатов анализов я ждал 3 часа, и оказалось, что мне нужна госпитализация. Когда мы добрались до больницы, я уже чувствовал себя довольно плохо. Как бы там ни было, это случается редко, а его сердце уже полностью восстановилось. Заболеть коронавирусом явно гораздо хуже, чем то, что случилось со мной. И ковид у меня тут тот же миокардит, только гораздо хуже. По данным американского здраврегулятора CDC, воспаление сердечной мышцы случается в среднем у 12 молодых мужчин на миллион привитых препаратов Moderna. Реже у женщин и пациентов других возрастов. Около 2% на миллион сталкиваются с аллергическими реакциями на вакцину. Это основной поводом для отказа от препарата, говорит профессор кардиологии Северо-Западного университета США доктор Стюарт Бернер в лимбезе Американской ассоциации педиатрии. Хочу отметить одну важную вещь.
размер картинки. Скорее нет сегодняшней вакцинации. Картинка вот случается. Переносить очень легко. Вы совершенно летние пациенты чувствуют себя нормально. Буквально через пару дней выписываются в этом подростке, сталкиваются с ХИВ и с так называемым синдромом мультисистемного воспаления детей, который может быть осложнен и обновляться. Все будет гораздо лучше. Пациенты могут быть затронуты до сердечно-сосудистой системы. Бывают случаи миокардита, аритмии, сердечной недостаточности, даже долгосрочное излечение функции сердца. Можно перебить, если не есть госпитализация, даже ничем тех процессов, можно столкнуться с предпринимательством без процесса. Повышение здравоохранения и указывающее увеличение препарата Модерна вводится в качестве меры предосторожности. Граждане страны, которые захотели эту прививку, смогут сделать полную серию другой доступной вакцины. Граждане всего лишь имеют даже есть наличие полной вакцины. Теперь, когда препараты на всех хватает, можно обсуждать их применение для конкретных категорий населения. Андрей Машков, бизнес от Рэп. Автомобили Джеймса Бондена или Мерседес. Британская фирма Lumos международным ударом стандарт в этом автомобиле оборудует ограниченную партию оригинальных классических автомобилей Aston Martin TB6 в Великобритании. Насколько оправдан проект с коллекционной и коммерческой точки зрения, вы с первым организовался. Aston Martin TB6 – это классический спортивный автомобиль, который выпускался в 60-е годы прошлого века и известен тем, что он фигурировал в третьем эпизоде кинематографии про Джеймса Бонда в фильме 1964 года «Шоу Сейчас уже автомобиль можно приобрести за 300 в стоимость электричества, его версия будет компании Бекхэма превысит 1 миллион фунтов стерлингов. Скорее всего, операция по его превращению в электрическую версию должна предусмотреть обратную конверсию, дабы не снижать коллекционные цены автомобиля, считая продажу журнала «Автомир» и «Автомир» продажу журнала «Автомир» и сейчас составляет 25 миллионов долларов США. А также, что у нас
доктор пришлось прямо я Габеленич. А в суде главный самый девич. А в суде главный самый девич. Что вы так увидите? И что без этого? Ваша грядная песня. Сразу припомнили, как Новиков начинал.